наличие транспорта. Народный транспорт, наверное, возникает, какой мы составляли. Да, совершенно верно, представляли. Но тогда был я, мои коллеги. То есть, на самом деле, мы развиваемся. Последние с прошлого года уже это стало реальностью. Вот, да, уже реально это все есть. Слышал о том, что это реальность, это лет 15, но пока... Оно уже есть. Оно уже ездит, получается, три вида транспорта. Это минибус, минибайк. Как вроде сказать, путем поставления того, что было нарисовано, и того, что реально. Вот. Соответственно, мы сейчас активно работаем в разных направлениях. Мы сейчас работаем с по созданию специальных технических установлений. Основы для... Кроме того, мы активно работаем с ними, потому что... У него нет. Официально. Второй день. Нет. Информацию у нас. Есть ли какая-то удастся прокатиться на этом виде транспорта? Приезжайте, приезжайте в мою горку, у нас она уже есть. Хорошо, вы можете своего коллегу Сирота более того, Марина Горна уже приехала. Марина Горна от Минска примерно 70 километров. 95 метров, 11 километров. Ну, в настоящий день настроим... Нет, 500 настроим отдельную трассу, которая будет 20 километров. Там же рядышком, это будет отдельная часть. Но на том километре нельзя подняться. Поэтому именно еще на четыре космические программы. Это следующий уровень. Хорошо, удачи.